Пловчиха из Чебоксар переплыла Берингов пролив. Татьяна Александрова приняла участие в международном эстафетном заплыве от Чукотки до Аляски. 60 участников круглосуточной эстафеты из 15 государств проплыли в общей сложности 134 километра. Пловцам пришлось столкнуться не только с экстремально низкой температурой воды, плюс 1 градус Цельсия, но и со штормом. Плыть приходилось без гидрокостюмов и ласт. Каждый участник находился в воде примерно 20 минут, после чего передавал эстафету следующему пловцу. Татьяна Александрова была единственной представительницей Чувашии в этом заплыве, сообщает Минспорта Республики.